Привет вас на канале Asmod и Play. Продолжаем играть GTA 4. Так, взяли задание. Сопровождаем его корейского кореша, короче, сопровождение. Итак, миссия вроде не должна быть сложной. Посмотрим. Но я как понимаю, придется здесь на катере на этом погонять. Хорошо. В прошлой серии мы гоняли, следили за наркокурьером, а здесь будем в сопровождении. Я так предполагаю, что в сопровождении мы будем. Ну давай. Траектория-то не проложена, по морю не проложить, да? Тихо, тихо, тихо. Давайте, недалеко осталось. Вот тот корабль, как я понимаю. Это наша цель. Да? Да. Вот, ну. Приехали. Что ты нам скажешь, расскажешь? Ты человек Кима, да? Я... Так, это лучший способ избежать проверок. Мы прикроем тебя. Хорошо, видишь? Сопровождение. Следуйте за Кимом. Ким. Ким, это водоросли такие, очень вкусные. Заворачиваешь рис и кушаешь. Хотите узнать больше? Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Кто как проходил данную миссию? Так, ой-ой-ой. Так. Я приму непосредственно участие в бойне. Так, и... Вот это так. Давай. Я же не один буду отстреливаться. Я с тобой буду отстреливать. Я помогаю тебе, а не делаю работу за тебя. Тихо. По своим-то не стреляй. Вот так вот. Еще немножечко. Вот так. Его сбросили. Блин, там еще один. Да блин, а твою лодку-то уж продырявил, она же у тебя резиновая. Давай. Ну, сбрасывай скорость-то. Вот так. Блин, у меня патронов надо будет потом закупать, опять что-то творить. Ну что думаете, они мне бесплатно достаются? Вот так вот. Ой. Так. На. Стреляйте по вертолету из гранатомета. Так. Хорошо. Где вертолет? На, попал. Уничтожьте всех врагов. Тихо. Вот, более мощная. На. У меня появился гранатомет, надеюсь, теперь. Ну ты где там? Так, хорошо, ты целишься лучше меня, теперь можешь вернуться за руль. Так мог бы устал вести. Следуйте за Кимом, хорошо. Давай. Поехали. Надеюсь, мне это хорошо оплачено будет. Почему я должен за свой счет-то все делать? Этого я никогда не узнаю. Узнаешь. Я тебе помогу. Твой мама, твой папа. Твоя труба моя шатать. Твоя моя не понимать. Вот так вот. Блин. Это какой-то строящийся мост. Ух ты, а я здесь, кстати, еще не был. Ну вот ментов-то угонять, сам, а то разогнался. И кульбит туда-сюда. И потом выплывать, правда.
Так что, так, это мы где находимся? Давайте на карте посмотрим. Ох ты, причал. Кстати, хотите найти футболку со статуей свободы, вам надо на остров прийти, подняться, ну, как можно выше, и там вы просто ее увидите. Там же, кстати, находится этот чумной голубь, если кто хочет собирать голубей по городу. Один находится у старой квартиры. Вот здесь, кстати, где мы пришли, тут квартира у нас на этом острове паршивеньком. И там недалеко, выходи из двери, на противоположной стороне, на асфальте голубь тусуется, это я точно знаю. Вот, если кто-то их собирает. Вот, кстати, здесь тоже какая-нибудь чумная чайка может быть. Так, хорошо, что вас не укачало. Да, что-то не нравится мне их рожи. Они ни на что похожи. Так. Куда их еще одевать? Увидимся. Конечно, увидимся. Господи, мне еще... Так, миссия пройдена. Так, Денюшка пришла. Так, вперед за покупками. Итак, очередная миссия. Где-то берем ее в подворотне. У бомжа, у этого... В прошлый раз за наркоманами ездили, сейчас что? Все нормально, все нормально. Все нормально. У меня-то все нормально. У меня что плохого-то? Так, найдите пойти полицейскую машину, начинается. К ним вообще не надо подходить, к твари к этой бездомной. Ну и посмотрим. История. Все нормально, парень, хорошо. Давай. Паки, отвечаем. Просит тебя пришить своего старого собутыльника. И что с того? Находится под опекой государства. Полиция охраняет его лучше, чем мэра. Я оставил тебе грузовик с гранатометом. Так, все понятно, хорошо. И что мне с ним делать? Кто знает, как бы то ни было, конвой поедет через туннель будто. Конвой. Так. Вот грузовиком там это надо будет забить туннель этот. Так, найдите и заберите грузовик. Ты, а ты чё, козёл? Смотри, куда едешь, тварь. Еще второй раз меня сбей. Так. Вытряхни его. Теперь здесь еду я. Пошел отсюда нахрен. Пошла, то есть. Едем. Едем. Вези меня. Вези. Я рад, кстати, что мне открылся гранатомет. Очень рад. Теперь я буду шмалять. Ну, кстати, я им не очень-то я пользуюсь. Зачем он? Ну, как видно, теперь уже придется так им пользоваться. Хороший грузовичок. Итак. Мне что надо сделать? Мне надо завалить, как я понимаю. Так, история. Чтобы изменить пункт назначения, так, оплата, найдите и заберитесь в грузовик. Ну, нашел, забрался. Так. Кто там? Паки. Паки-паки. И же хуры юмор. По древнеславянскому. Давай. Идет загрузка. Идет. Куда она идет? Как часы идут, идут и никуда и не придут. Быстрее давай. Так. Когда возьмем их в тиски, мы перебьем сопровождающих. Почему бы нам просто не убить гада на месте? Наверное, именно это приказал тебе Джек в своем обдолбанном состоянии. А, чтоб выглядело как побег из тюрьмы. Значит, мне надо в туннеле приготовиться. Хорошо. Перегоните. Перегородите туннель будто. Хорошо. Я надеюсь, без меня там не начнут. Это предусмотрено, надеюсь. Далеко ехать? Вот, недалеко. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а мне еще надо будет на чем-то угонять. Надо будет заранее как-то обдумать это действие, потому что, так полагаю, за мной будет охота. Тихо, тихо, что ты орешь? Так,
Какое? Вот это переградим. Тихо, тихо. А, это еще и не туннель, наверное. Так. А я думал, вот это надо перегораживать. Блин. Ну ладно. Так, это я покуда еду? Ага. Ладно, туннель будто. Что-то, мне кажется, я не ту полосу-то перегораживаю первоначально. Ну. Так, оставьте грузовик между двумя, чтобы преградить туннель. Понятно. Итак. Вот так. Теперь мне гранатомет нужен. Так, я полагаю. Гранаты, гранатомет. Ух, я сейчас. Давай выпрыгивай из машины. Так, сопровождение, только не трогай дружка Дерека. Не трогай дружка Дерека. Я что там следить буду? Дружок он, не дружок. Машина, ага. Хорошо. На. Так, сойдет. На. Так, теперь давайте посмотрим, что вы сделаете против вот этого. Против вот этого. Против вот этого. Ой-ой-ой-ой, у меня тут где-то... Где-то тут питомец у меня. Где ты? На. Так. Ну-ка, вот так вот, более серьезное. В бошку. Ой-ой-ой-ой-ой, ко мне крадется, крадется. Ты знаешь, что ко мне не надо подходить? Я очень-очень злой в это время. Потому что не поел. Ой, он один остался. Хорошо. Так. Ага, тот в грузовике, значит, бояться нечего. На тебе. Козлина. Угоните полицейский фургон. О, так я хорошо, что не стал его взрывать. Блин, я правда гранатами мог его покоцать. Все. Так. Чтобы воспользоваться полицейскими этими. Так, нет. Надо вот сюда сваливать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, я постараюсь оторваться от данных копов. Оторваться, блин, я вывернуть не могу. Вот так. Вот так. Да тише вы. Но не спешите. Вот так. Автомобиль у меня хороший, тяжелый. Вот едем, едем пока. Блин, а как вы тут перегородили-то? Так, все, выворачиваем. Ну-ка, дорогу. Дорогу, я говорю, дорогу. Тут вертолет, блин, не летит. А вы, твари, тут встали. Так, надо в переулочек будет заехать. Вот так. Теперь сюда. И переждать. Да-да-да. Можно направо еще повернуть. Вот так. Блин. Где вы меня спалили, твари? Кто меня спалил? Да ешь твою мать-то. Я же сама аккуратность. Так. Теперь. Да пошли вы. Осторожнее, осторожнее, аккуратненько.
вот сюда и пряменько. Так, вырвались. Теперь надо переждать. Пережидаем. Тихо. Все. Копы будут искать его. Конечно, будут. Ни хрена себе. А ты не можешь в такси сейчас перелезть. Вот сейчас в такси перелезть. Кто тебя найдет, тваринка? А так, если ментам дам приказ искать его фургон этот. Так, мне далеко ехать-то? О, кстати, недалеко. Это очень даже приятно. Приятная новость, что недалеко. Globe Oil. Глобальное масло, что ли, как? Тихо. Блин, только не перевернись, тварь. Прошу тебя. Так, с дороги. С дороги, я сказал. У меня очень большая и неповоротливая машина. Едем, едем в соседнее село. На дискотеку. А мы едем избавляться от грузовика. Под свою фанатеку. Ну, осторожненько, аккуратненько, твою ж мать. Вот так. Сначала избавьтесь от копов, теперь избавьтесь от грузовика. Избавьтесь от трупов. Почему надо от всего избавляться? Переплавьте, переделайте, переконструируйте. У вас куча возможностей. Так, сюда. Опаньки. Ну вот. Приехали. Давайте. Теперь у нас есть транспорт. У нас и там был транспорт. Залазь в машину. Переодеться не забудь. Так. А тебя-то вроде как завалить, нет? Хочешь, я тебя завалю? Придурок. Вези меня туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, эту поездку я вам сокращу. Итак, вот я телепортировал до места назначения. Это на пляже точка находится. Песчаном. Ну. А вот. На свободе. Просто слезы. Так, давай. Сейчас самое паршивое для тебя будет, дед. Он мой брат. Он же меня сдал. Конечно. Конечно. Да. Да. Все. И нет убила. Вот так. Миссия хорошо пройдена, да? Как я его? Эх. Отвечаем на звонок. Телепортируемся к следующему заданию. Пока действует телепорт. Подписываемся, ставим лайки. Итак, телепорт произошел успешно, дамы и господа. Берем следующую миссию. Блин, надо одежду снять. Как-то, блин, такой костюмчик у меня был. Сейчас в этой мусорной одежде бегаю. Так, тут никого, только мы с тобой. Нет, вот, не ходи, не входи, не стоит. Что там делать-то с ним? Итак, заберите бомбу. Ой-ой, бомбу? Хорошо. Так, мне надо такси. Опа! Где такси ближайшее? Машина есть. Ну-ка, вылазь. Вот такси. Итак, поехали к бомбе. Заберем ее. Вот пользуйтесь такси. Пользуйтесь, кстати, в отличие от реальности, она гораздо дешевле здесь обходится, чем вы думаете. За 5 сраных баксов вам сэкономит поездку и пол игры. Плюс к этому, если неприятности какие-то влипнут, вы сэкономите на патронах, чтобы отстреливаться. На броне, чтобы целыми оставаться. Так, берем бомбу. Надеюсь, за мной охоты не будет. Бомба у меня. Так, встречаемся с албанцами в маленькой Италии.
Это да, кафе такое. В общем, ты кладешь бомбу в багажник, затем провожаешь этих умников со встречи обратно и к банде, так? Понятно. Чтоб никто не ускользнул. Но у меня теперь гранатомет, я бы мог и так, чтоб никто не ускользнул. Блин, блински. Итак, найдите машину, так, и заминируйте ее. Так, где ты? Роман. Заказать такси. Ну же. Roman, it's Nico. I need the cab. Anything for you, Andy. Так, вот. Машина скоро будет. Молодец. Давай. Я жду. Вон они, такси-то ходят. Блин, пока ты приедешь там. Я уж вот на этом такси доберусь. Пока оно не свалило. Да тварь, вот оно, мое такси. Эй, это мое такси? Вот. Садимся, и нас повезут. Поехали. Какая красивая у нас машинка, да, для такси? Ну, вот так вот заказывал, кстати, так же. 5 баксов, наверное. Что это? Извращенец. Или что? Вообще бесплатно. Вообще бесплатно. Так что пользуйтесь. Так, вот она машина. И заминируйте ее. Нажмите У. Пока никто не видит. Опаньки. Опаньки, а потушеньки. Отойдите от заминированной машины и вернитесь в свое транспортное средство. А если... Подожди, так у меня нету транспортного средства. А мне надо транспортное средство, да, обязательно? Хорошо, сейчас будет, подождите, не вопрос. Не вопрос. Тихо. Ну-ка, выходи. Молодец. Ну я тебе, да, ручки прижал. Пошли отсюда, пошли, 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 мне нужно транспортное средство. Так, все. И вот мы на транспортном средстве. Чтоб никто надрал им задницу и как. Так. Взрываем. Так, а мне когда взорвать-то надо? Следуйте. За ним не попадайтесь на глазах. Хорошо, но я думаю, такси не такое уж и приметное, да? Блин, если бы я знал, что за ним следить надо будет, взял бы машину поманевреннее. Блин. А они, кстати, смотрите, правила-то не соблюдают. Гонят. Не останавливаясь. Изощренно. Ну, мы тоже такие же. Давай. Опаньки, ты по одной полосе, а я по этой. Ты по лево, а я по право. Ты по верху, а я по низу. Ты на замки, а я в щель войду. От вам не избавиться от меня. Нисколечко. Еду как привязанный. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И бибикаю. Еще и фары включу, вот назло вам всем. Чтоб вы меня заметили. Бибикаю, фары включил. Ну чё, вы меня не видите, что ли? Эх, вы, дилетанты. Ну ладно. Сейчас приедем, и я вас всех подчикаю там. Ну. Ну если не попадаться, то он... Если попались бы, он бы, наверное, бы газу бы добавил, да? А так он вроде как и не очень-то и спешит. Единственное, что он маневрирует, да? А так-то вроде не очень-то он спешит. Вполне можно его и догнать, и обогнать, и бортануть, и расстрелять. И он, кстати, заметьте, не останавливается на светофорах и вообще где-либо. Опаньки, а я сюда не поехал. Мало ли, что там по ту сторону дороги. Разъедемся. Едем. Чуть-чуть осталось, я так полагаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Близко не подъезжать.
Как там, что у вас, авария? Что было-то? Блин, как бы меня не расстреляли бы нахрен. Приеду туда где-то, куча бандюков. А с дороги, а будьте так любезны. И вот сюда, на, и еще один стол. Ничего, починят. За государственный счет. За мой счет они пируют, жируют. Вот и починят. Так. Куда это ты? Ой-ой, ни хрена он пролез. Смотрите, как без мыла. Как на вазелине прямо-таки. Протиснулся. Кстати, можете оставлять свои комментарии внизу под видео о том, какие вы маньяки, что вы здесь натворили, пока осуществляли данные миссии. Так, не спугните. Да стараюсь не спугнуть. Потому что просто ездить. Вот так вот. Ну это я пока только езжу. Так бы я бы маньячил бы, стрелял бы налево-направо бы всех подряд, даже невиновных. Но это, кстати, заметьте, только в игре, не более. Только в игре. Не надо путать это с реальностью. Так что держите себя в руках. Игры играми, реальность реальностью, чтобы башня вам не обносила дурными мыслями. Итак, куда ты? Налево. Господи, да куда ты едешь? Там мог что-то другого пути не было. Поспокойнее добраться. Так. Ой-ой-ой. Все, приехало. На какую-то... В какой-то порт. Это порт же, я как понимаю, или что? Я думал, порт. О, кстати, самолет летит. Вау! Так красиво! Так, поезжайте в безопасном и подорвите бомбу. Хорошо. Без проблем. В безопасное, так в безопасное. Позовите Джерри, чтобы... Так, позвоните Джерри. Джерри, меню, контакты. Джерри. Ага, отбой. Надо взорвать, там было даже написано взорвать. Меню, контакты, Джерри. Взорвать. Давай, там все равно люди должны остаться, и мне по ходу дела их добивать надо будет. Бабах! Трах-бабах! И нет его! Ой-ой-ой, здорово! Здорово! Машины в хлам! Вот, вот! Мясо! Мясо! Так, надо добить. А то как-то некрасиво получается. Так, нет. Где у меня? Так. Где ты? Вот ты. Есть. Где ты? Вот ты. И последний. Где? Вот здесь где-то. Тихо-тихо, ты чё меня? Вот так. Сели в такси потихонечку и смылись полегонечку. Вот в этом направлении. Тихо-тихо-тихо-тихо по траве-то. Вот так. Опаньки, опаньки. Набираем скорость напрямки. Сваливаем. Сваливаем, вот сейчас пережидаем. Пережидаем. Вот здесь, а вот здесь, а вот здесь. Блин. Успели. 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 Вот так вот. Выкусите. Так. Ну, на этом все. Подписывайся на мой канал. Ставим лайки. И, кстати, играем в ретро-игры. Ну, это, кстати, не такая уж ретро, как я понимаю. Но, тем не менее, очень интересно, очень забавно. Пока!